До Нового года еще полтора месяца, а главные праздничные персонажи уже активно готовятся к нему. В Люберцах прошел третий фестиваль «Практикум» Академии Снегурочек. На этот раз он собрал около 50 зимних волшебниц со всей России. Наша съемочная группа уже прониклась новогодним настроением. Открытие Академии Снегурочек стало настоящим праздником. Главные новогодние персонажи соскучились по такому формату общения. В прошлом году они делились секретами волшебства дистанционно. На этот раз встреча состоялась офлайн, но принять всех желающих у организаторов все-таки не получилось. Пришлось нам урезать количество в связи с мерами, которые нам продиктовали условия современности. Мы сделали 18 и 19 онлайн Академию Снегурочек. Там уже около 100 человек. То есть те, которые не успели записаться, потому что мы ограничили количество снегурочек. Около 50 участников из 19 городов России. В отличие от предыдущих фестивалей, на этот раз праздничный семинар собрал и Дедов Морозов. Некоторые из них приехали со своими снегурочками. Творческий тандем Александра Матыцина и Александры Зайцевой из Ивантеевки и Королева. Новогодние волшебники посетили Люберцы, чтобы вдохновиться новыми идеями. Окунуться в эту атмосферу потрясающую, которую вы здесь создали, в общем, огромное спасибо. Просто сейчас уже чувствуется праздник. Вот-вот уже будет праздник, поэтому мы уже собираемся. Готовимся. И обходим свои владения. Да. О последних творческих новинках Деды Морозы и Снегурочки узнали у приглашенных спикеров, профессиональных игромастеров. Ведь главные новогодние персонажи должны постоянно удивлять и радовать публику. После такого живого многочасового общения с коллегами у них это должно получиться. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.